Привет, друзья! Вы на канале Криптостолица. Меня зовут Катерина. В сегодняшнем выпуске я бы хотела вам рассказать, почему хорошо быть владельцем биткоин-кошелька. Причина номер один. Я могу принимать донаты со всего мира. Нет никаких ограничений по сумме, а также мне не нужно ни перед кем отчитываться, за что пришли мне эти деньги, как и почему. Причина номер два. Для девушек гораздо приятнее получать подарки в криптовалюте, нежели какие-то другие глупые бесполезные вещи. То есть, если молодой человек подарил своей девушке немножечко крипты, это значит, что он хорошо разбирается в современных технологиях, умеет зарабатывать и накапливать денежные средства, а также, возможно, очень скоро он станет очень богатым, и поэтому его нужно срочно брать. Повод номер три. С криптовалютой не пропадешь ни в одной точке мира. Обменять ее можно везде, на любую валюту, а также еще заработать на процентах при обмене. Причина номер четыре. Если так случилось, что у вас отобрали все имущество, биткоины у вас не заберет никто. Главное, не забыть свой пароль от кошелька и секретные коды, разумеется. Недавно я стояла в пробке, передо мной остановился мужчина на рейндж-ровере, подбегает ко мне, стучит стекло. Я думаю, что такое, неужели я его задела, зацепила там, обидела как-то. Но я опускаю чуть-чуть стекло, спрашиваю, что такое. Он мне говорит, пробка никуда не поедет, если вы не дадите мне свой номер. Я говорю, зачем? Так надо. Я посмеялась и говорю, у меня нет номера, есть только QR-код, и показываю ему QR-код своего кошелька. Он похихикал и сказал, что вместе с транзакцией напишет мне свой номер. Теперь я счастливый обладатель одного биткоина от мужчины. Спасибо ему за это. Например, девушка идет в клуб. А она просто с подругами не хочет ни с кем знакомиться, к ней лезут. Говорят, давайте там то, давайте это, дайте свой номер, там, расскажите, что вы, как вы. А она просто берет и дает номер от биткоин-кошелька. И все, дальше, чтобы с ней познакомиться, нужно ей прислать биткоины. А если мужчина не может прислать биткоины, то зачем вообще с ним общаться? В общем, я так считаю. Пускай даже это будет не супер большая сумма, но главное, что он просто умеет пользоваться биткоин-кошельком. Поэтому, дорогие наши подписчики, дорогие мои мужчины-подписчики и дорогие мои женщины-подписчики, если у вас нет биткоин-кошелька, пишите мне, я помогу вам его создать. Также в своем инстаграме я публикую статьи про взаимоотношения между мужчиной и женщиной, которые вам очень понравятся, скорее всего. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте уведомления о новых видео. Меня зовут Катерина, и мы очень скоро с вами встретимся. Дарите друг другу биткоины!